если у кого-то еще остаются сомнения, что нужно ли делать все то, чему патриарх учит, оставьте все сомнения и строго исполняйте то, что я повелеваю. Потому что не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской Православной Церкви. Другого пути для нашей церкви сегодня нет. И самая большая добродетель церковной общины, если у них нечестивый священник или епископ. И они все равно верят ему, не осуждают его и не сплетничают про него. Да? А разве молиться не следует за католика? Но чтобы другие не соблазнялись слабой вере. Поэтому мы говорим, давайте православных публично будем поминать, а уже если кто-то пишет, что католик, пусть там батюшка уже не постоит и скажет, Господи, помяни. Главное, чтобы семья была единая. Поэтому не смущайтесь, друзья. Другого пути для нашей церкви сегодня нет. Послание великому князю Изяславу о вере варяжской или латинской. Слово у меня есть к тебе, князь боголюбивый. Я Феодосий, убогий раб Пресвятой Троицы, Отца и Сына Святаго Духа. В чистой православной вере рожден и воспитан в добром научении православными отцом и матерью, научившими меня доброму закону. К вере же латинской не приобщаться и обычаев их не соблюдать, и сообществу с ними удаляться, и всякого учения их убегать, и нравы гнушаться, и соблюдать, чтобы своих дочерей не выдавать за них, ни у них брать, ни брататься, ни кланяться, ни приветствовать, и ни с кем из них из одной посудины не кушать, не пить, и пищи у них не принимать. У нас же просящим Бога ради есть и пить, давать им, но в их посуде, если не будет у них посуды, своей дать, потом вымыв, сотворить молитву, потому что неправо веруют и нечисто живут. Едят с псами и кошками, едят мясо львов и диких коней, и ослов, и удавленину, и мертвечину, и медвежатину, и бобровину, и хвост бобров, и в говенье едят мясо, опуская в воду. А в пятую неделю поста, во вторник монахи у них едят масло, и в субботу постятся, и постившись вечером едят молоко и яйца. А согрешают, не у Бога просят прощения, но прощают попы их за дары. А попы их не женятся законной женитьбой, но от рабынь детей имеют и служат невозбранно. А епископы их наложниц держат, и на войну ходят, и на оплатках служат. Икон не целуют, ни мощей святых, а крест целуют, написав на земле, и встав попирают его ногами. Мертвеца кладут на запад ногами, а крещение принимают в одно погружение, а мы в три. Мы крещаемого помазываем миром и маслом, а они соль сыплют крещаемому в рот. Именем же святого не нарекают, но кого позовут родители, в то имя крестят. А еще учат, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. Много у них и других злых дел. Погибель полная, развращенная их вера. И чего жидовы не творят, то они творят. Много же и в Савску ере вступают. Мне же сказал отец мой, чадо, береги себя от кривоверных и всех их словес, потому что наполнилась и наша земля злой их верой. Ибо если кто и спасается, спасает душу свою, живя в православной вере. Ибо нет иной веры лучше, чем наша чистая, святая, православная. Только этой верой, живя, можно от грехов очиститься и муки вечной избежать, и жизнь вечно сделаться причастником, и без конца со святыми радоваться. А пребывающим в иной вере, или в латинской, или в армянской, невозможно увидеть жизнь вечной. Не подобает же чадо хвалить чужую веру. Если хвалит кто чужую веру, то свою веру хулит. Если же будет хвалить и свою, и чужую, то таковой является двоеверным и близок к ереси. Ты же, чадо, берегись их, и свою веру непрестанно хвали. Не сближайся с ними, но бегай от них, и подвязайся в своей вере добрыми делами, милостыни милуй не только единоверных, но и чужих.
Если видишь нагого, или голодного, или замерзающего, или в беде находящегося, будет ли то жидовин, или сарацин, или болгарин, или еретик, или латинянин, или какой язычник, ко всякому будь милосерд и от беды избавь, как можешь. И мзды от Бога лишен не будешь. Ибо Бог и сам в нынешнем веке промышляет и о язычниках, и о христианах. Язычникам же иноверцам всем веке попечение от Бога, а будущим же чужды его будут. Мы же, живущие в православной вере, и здесь получаем все блага от Бога, и в будущем веке спасаемся Господом нашим Иисусом Христом. Говорил мне отец мой: «Чадо, если случится тебе умереть за святую нашу веру и Господа ради, то умри с дерзновением за веру Христову. Святые за веру умирали, да живы о Христе. Ты же, чадо, если увидишь, что иноверные с верным спорят, лестью хотя увести его от православия, то ты, имея знания, не скрой себе, но помоги православному. Если поможешь, то как овечку Христову избавил от уст львиных. Если же промолчишь, то как отняв у Христа, отдаешь ее сатане. Если скажет тебе спорящий: и эту веру, и ту Бог дал, ты же, чадо, ответь: ты ли кривоверный мнишь Бога твоеверным, или не слышишь, окаянный и развращенный, что Писание говорит: един Бог, едина вера, едино крещение. Еще сказал Господь: так и бы уподобает нам исполнить всякую правду. И все исполнив, вознесся, и учеников послал на проповедь. Ты же, по проповеданию апостольскому, столько лет держал правую веру, ныне совратился на зловерие по научению сатаны. Не слышите ли апостола Павла говорящего: но аще и мы, или ангел с небесе, благовестит вам паче, еже благовестихом вам анафема да будет. Вы отринули проповедание апостольское и святых отцов постановление, и приняли неправду и веру развращенную, исполненную многой погибели, и по этой причине от нас были отвергнуты. Поэтому нам не подобает вместе с вами к божественным тайнам приступать, ни вам к нашим, ни нам к вашим, потому что мертвым телом служите, и мертвого Бога призываете, а мы служим живым телом, и самого Господа живым видим, одесную Отца сидящим, который снова придет судить живых и мертвых. Вы же есть мертвые, мертвую жертву приносите, а мы живую живому Богу жертву приносим, чистую, непорочную, и жизнь вечную обретаем. Ибо так написано: воздастся кому-жда по делам его. О Христе Иисусе Господе нашим, ему же слава. Аминь. Ищите Царствие Божие и правды Его, а остальное приложится вам. Да потому что правда божественная – это и есть критерий истины. Стоя перед иконой Рождества Христова, протодиакон провозгласил величание. На русский язык протяженная моление. Вот поэтому мы идем по пути развития сотрудничества с католической церковью. С праздником Воскресения Христова! Всех вас сердечно поздравляю. Иудеи и Самарии, и даже до края земли. Аллилуйя, аллилуйя. Сегодня у нас другая церковь, в том смысле, что у нее другое лицо. И вот именно с этим изменением я и связываю возрождение России.
Хотел бы поблагодарить представителей Китайской католической церкви за то, что нам предоставляли храмы здесь для совершения богослужения. Конечно, будем развивать сотрудничество и взаимодействие. И если Богу будет угодно, то в какой-то момент, когда-то что-то и произойдет, какое-то стирание различий, то только в результате долгого, тщательного, богословского исследования и достижения единства. И причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Анасиос 28 октября 2002 года российские СМИ передали сообщение, что у Алексея II случился сердечный приступ во время поездки в Астраханскую епархию, а во вторник больного перевезли в Москву в ЦКБ. Причиной ухудшения Алексея было введение ему настоятеля Киево-Печерского монастыря, жившего в XI веке святого Феодосия. Причем лже-патриарха поразило то, что все это происходило наяву. Святой обличил безбожное духовенство и власти, предсказав им скорую погибель и вечные муки в аду. Истинной причиной приступа стало некое видение, посетившее потрясший патриарха в алтаре во время службы. В том, что увидел Алексий перед тем, как с ним случился удар, он признался нескольким лицам, окружавшим его. Вскоре после видения, за несколько часов перед тем, как состояние его здоровья стало резко ухудшаться. При этом более всего патриарха поразил сам сверхъестественный факт, ибо Алексий, несмотря на свой высокий церковный сан, по мнению его некоторого окружения, воспринимал религию скорее как традицию и ритуал. В видении неожиданно посетившим патриарха явился некий благообразный старец в монашеском одеянии, назвавший себя игуменом Феодосием Печерским. Как известно, этот настоятель Киево-Печерского монастыря, живший в XI веке и стоявший у истоков православия на Руси, еще при жизни почитался верующими как чудотворец, а после смерти был признан святым. Святой Феодосий стоял прямо перед патриархом. В его светлых пронзительных глазах не было гнева, но был заметен жестокий укор. Алексий II передал дословно то, что он услышал от старца игумена. Вот эти слова. «Отпали от Бога, ты и многие братья твои, и к дьяволу припали, и правители Руси, не правители уж суть, а кривители, и церковь потворствует им, и не стоять вам по правую руку от Христа, и ждет вас мука огненная, скрежет зубовный, страдания бесконечные. А еще не опомнитесь, окаянные. Милость Господа нашего безгранична, но слишком долг для вас путь к спасению через искупление бесчисленных грехов ваших, а час ответа близок». После этих слов видение исчезло, оставив совершенно оцепеневшим патриарха Алексия II, который никогда ничего подобного не испытывал. Более того, всегда со скептицизмом относился к сообщениям о всякого рода чудесах. Вскоре после этого патриарху сделалось плохо. Те, кто оказывал ему первую помощь, утверждают, что больной едва слышно шептал: «Не может быть, не может быть». Официальный диагноз, который поставили врачи в больнице, звучал: гипертонический криз с элементами динамического нарушения мозгового кровообращения. Перед самым критическим обострением состояния здоровья Алексий II рассказал о своем видении, пребывая в состоянии крайней подавленности. Позже, немного придя в себя, патриарх заявил, что да, у него были галлюцинации. Однако то, что он перед этим рассказал о явлении Феодосия нескольким людям, свидетельствовало, что растерявшийся первый иерарх пытался найти опору в ком-то в минуту глубокого душевного оцепенения, в которого ввергли слова Феодосия.
Под этим сообщением ВКонтакте есть переписка интересная, которая подтверждает истинность этого явления. Некто спрашивает, почему не приводится, с чьих слов это сказано? В тексте указано, что Алексей II передал это приближенным лицам. Указывайте первый источник информации, а то складывается чувство, что это с головы взято. А за эти слова может поручиться кто-нибудь? Ей отвечают. Елена, это истинные слова. Мой дед священник мне рассказал. Андрей, а ваш дедушка на основании чего сказал? Присутствовал при этом, когда патриарх поделился видением с узким кругом лиц? Или видение у вашего дедушки было? А Елена, он был приближен к патриарху. Ему рассказали те, кто там присутствовал. Да и все знали про патриарха, о его веровании тогда. Много видели, и сам патриарх об этом рассказывал многим в МП. Не мог поверить в происходящее с ним. Андрей, ваш дедушка может поручиться за эти слова перед всем честным народом, сказать во всеуслышание? Почему все делается кулуарно, пишется в маленьких группах? Ведь поручившись, любой православный делает это по совести, так как знает, что за свои слова ответит перед Господом. Елена, тогда в нулевых он говорил и не молчал. Он заштатный, ушел, зная, что там творится. Истинные батюшки в гонениях, видел много и зачем. Патриарха уже нет, а по нынешнему и так все куда более понятно, что весь черный и делает свое грязное дело, ведя народ к Антихристу. Мир вам, Русской Православной Церкви, всем во Христе братьям, радоваться, молитвами Пресвятые Богородицы и всех святых спасаться. Люди добрые, сами видите, непростое время живем. О нашем времени в Писании сказано, искушения и соблазны в те дни будут такие, что Ной, Лот и Иов праведностью своей спасли бы только себя, а не семьи свои. Свидетельство не в суд или в осуждение, но во свидетельство для вразумления многих. Дивеево. 9 февраля 2009 года от Рождества Христова. В ночь 6 на 7 февраля я, убогий монах из числа Мельхиседекова священства, был на келейном всеночном бдении, и когда помолился о вновь избранном патриархе Русской Православной Церкви Кирилле Гундяеве, то вот что произошло. Келья наполнилась ярким светом, и раздался громкий голос. «Я есть сущий, первый и последний. Напиши обо всем, что увидишь и услышишь. Мы покажем тебе место, которого удостоился погибший патриарх Алексий II, с тем, чтобы кто из живущих на земле не соблазнился его лукавым служением Богу. И когда я был в духе, явились мне истинные во Христе правители России, святой царь-искупитель Николай II Романов и с ним патриарх святой России по чину Мельхиседекову, преподобный Серафим Саровский. Государь-император в военном мундире находился по левую сторону от меня. Преподобный Серафим в монашеском облачении по правую сторону. Мы молча, все трое стали погружаться в кромешную тьму. Как долго было наше погружение, не могу сказать. Там во тьме чувства времени и пространства отсутствуют. Там бездна. Во тьме забрезжила маленькая звездочка. Она стала увеличиваться. И когда достигла размера луны, образно говоря, от нее отделилась как бы искра и стала приближаться к нам. Как оказалось, это было два ангела.
держащий под руки тлеющую в ультрафиолетовых лучах, но не сгорающую плоть патриарха Алексия II. Патриарх с ног до головы был и сине-черным, и светился ультрафиолетовым свечением. Ноги его хрустели, как обугленная головня, но не распадались. На лице застыли ужас и безысходность. Преподобный Серафим принял от ангела свиток и зачитал хартию Алексия II. Торговля в храмах благодати Святаго Духа, требы за совершение церковных таинств, возвышение грешной человеческой плоти своей, выше Бога Отца Вседержителя, величанием Патриарха при жизни Словом Святейшей, когда сказано «никто не свят, как только Бог». Нарушение духовной иерархии, возношение соборных молитв минует царский чин. Лукавые на словах призывы к всенародному покаянию в грехе цареубийства, а на деле покаяния нет. Расцвет в России через архиереев РПЦ МП блуда, разврата и содомии. Воспитание проповедников атеистического богословия. Исповедание догмата непротивления злу. Благословение паствы на вхождение в антихристовую систему. Паспорта, ИНН, пластиковые карты. Освящение храма Христа Спасителя на жертвенной крови его строителей. Служение в храме Христа Спасителя божественной литургии для духовной подпитки демократов. Превращение православных святынь в туристические центры на десятины от продаж наркотиков, алкоголя, табака, человеческой плоти. Проституция, донорские органы, жертву неправедной войны. Также от продаж человеческих душ, крещение за деньги. Возглавлял нечестивый собор 2006 года от Рождества Христова. Совместное богослужение с еретиками-католиками. Панибратство с врагами Русской Православной Церкви и жидомасонами. Тайные и явные гонения проповедников истинно-ревнителей за Иисуса Христа. Извращенное толкование заповеди о любви Божией. Все это есть хула на Святаго Духа, а хула на Святаго Духа не простится вовек. Аминь. Преподобный Серафим вернул свиток ангелу, и оба ангела с Алексеем II стали отдаляться от нас в сторону ярко светящейся дыры. А мы со святым царем Николаем и патриархом Серафимом начали возноситься из тьмы. Мы оказались у подножия высокой горы, на зрелом пшеничном поле, ярко освещенном светом, где состоялось наше общение в духе. На мое удивление, почему там, во тьме, не было слышно стонов не раскаявшихся грешников, плача и скрежета зубов от адских мук, был ответ, что сыны погибели по смерти своей, не проходят мытарство, и, минуя ад, напрямую уходят в гиену огненную. К ним относятся атеистические правители, атеистическое духовенство, гении науки, колдуны и ворожеи, христопродавцы и содомиты. Ответ на вопрос о новом патриархе РПЦ МП Кирилле Гундяеве. Лукавые пастыри действуют по принципу лукавого отца своего, усыпляя бесчинствуй. Алексий II усыпил дух истинной Русской Православной Церкви. Кириллу следует сделать выбор, либо бесчинствовать в Доме Господнем, продолжая дело, начатое Алексием II, и идти вслед за ним в погибель, либо пробудить паству и тем спасти себя и хоть малое стадо Христово. Кирилл Гундяев по достоинству занял место патриарха. Такого лукавого архиерея, как Кирилл, не сыщешь во всем православном мире. Здесь надо понимать милосердие Господне. Нездоровые архиереи нуждаются во враче, но больные. Еще много чего было открыто на нынешнее антихристово время о покаянии, о причастии, но то для верных Церкви Христовой. Оглашенных в таинство Церкви не посвящают. Для подтверждения истинности полученных мной откровений нужен второй свидетель. И мой свидетель – святой преподобный Серафим Саровский. Одно из пророчеств святого преподобного Серафима по существу полученных мной откровений. «Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие духовные лица отступят от чистоты православия, и за это Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, 3 дня и 3 ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного,
а их помиловал. Но Господь ответил: «Не помилую их, ибо они учат учением человеческим, языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня». Всякое желание внести изменения в правила и учение Святой Церкви есть ересь, хула на Духа Святаго, которая не простится вовек. По этому пути пойдут архиереи русской земли и духовенства, и гнев Божий поразит их. Сегодня я, убогий монах, свидетельствую о том, что пророчества святого преподобного Серафима уже исполняются. Рясами атеистических богословов, красных комиссаров, дорога в ад услана. Верую, завтра по своему святому воскрешению преподобный Серафим не откажется от данных мне откровений. Не обошлось и без искушений. Так обычно бывает после благодатного посещения. Во время утреннего правила незримо подступился искуситель. Стал змей в помыслах жути нагонять. Мол, подумай о себе, когда послушники Алексия II ополчатся против тебя и пойдут всем миром войной за святейшего отца и великого господина своего. Что будет с тобой? А если отцы в кавычках церкви причислят тебя к сумасшедшим и упекут психушку? Промелькнула мысль. Надо ли об этом писать? Грешен, каюсь. На чтении Святого Евангелия открылась от Луки, глава 12, стих 45-53. Для скептиков еще одно свидетельство. Здесь полный ответ для каждого сомневающегося. Кому как, а для меня сразу, куда все сомнения делись. Слава Богу Отцу Вседержителю, Троице Единосущной и Нераздельной. Миром Господу помолимся. Благословено Царство Отца и Сына Святаго Духа. От Луки Святаго Евангелия чтения. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Если же раб тот скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей. Господи, Царь Небесный, Божий Отче, священнослужители продолжают прощаться с предстоятелем церкви. В это время чтец читает великое словословие. Со святейшим патриархом прощаются представители Римско-католической церкви, Англиканской церкви, Армянской апостольской церкви. Делегацию Армянской апостольской церкви возглавляет католикос Горигин II. Представители других христианских общин
Евангелическая церковь Германии, Протестантская церковь Норвегии, Евангелическая лютеранская церковь Финляндии, Конференция европейских церквей и многие-многие другие. Вместо очередной программы «Слово пастыря» я бы хотел обратиться к вам, дорогие телезрители, со словом в память о почившем святейшем патриархе Алексии. Вчера скоропостижно он скончался. Бывает так, что иногда Господь некоторое время дает церкви некое испытание, когда во главе ее стоит человек престарелый и практически уже не способный к управлению. Это очень трудное время для церкви. Святейший патриарх ушел, оградив нашу церковь от этого трудного времени. Комнатная квартира на Кутузовском проспекте в Москве у монаха. Там 10 тысяч долларов стоит только один квадратный метр. Представляете? И когда сверху такой же богатый делал ремонт и залил его, этот богатенький пришел и сказал, да, говорит, у него, у Кирилла, монаха на руке увидел алмазные часы, которые стоят 400 тысяч долларов. Он сказал, он знает, он сам богатый. Они стоят 400 тысяч долларов. А сколько у него денег всего? Может, и 3 миллиарда. Ну что он долларовый миллиардер, это официально всем уже известно. Алексей, который меня посвящал в 79-м году, и которому я написал молитву к Божьей Матери, которую, блин, до сих пор патриархате. Он меня в 89-м году посвящал патриархе рукопашного боя в русской традиции Ленинграда еще. Сказали, что он упал и разбил голову об унитаз. Я спросил у спецслужбы, я все-таки полковник в отставке, и сказали, у него в черепе нашли трехгранное отверстие, это похоже на удар ледорубом. Для того, чтобы упасть и летальный исход был, то есть умереть, спасить, надо несколько раз удариться головой об унитаз. У него нашли трехгранное отверстие в черепе, похоже на ледоруб. Это мне сказали официально мои, которые уже генералы. Врать они мне не будут. Это не только можно записать, а нужно. Я всем, я пишу вот стихи, меня все русскоязычные общины мира считают. Я же, они на мне замыкаются. Я всем это объясняю в интернете, всем. Стараюсь довести как можно до большего количества людей, чтобы скорее убрали этого Кирилла. Скорее его убрали, это не патриарх, это стыд и позор. Монах не должен иметь миллиарды, монах не должен иметь дворцы, монах не должен иметь часы миллиардные, монах не должен ездить на Лексусе, на машине, которая стоит, извини меня, миллион, а Лексус – это единственная звезда в созвездии дьявола. Видел я этот Лексус, когда он приезжал в Питер, он ставил его на задворках и Свято-Троицкого собора в Лавре. Лексус, сами себе, это самый 570-й, он миллион. В некотором государстве, а точнее на славной российской земле, жил-был один митрополит. И хотя крещен он был в православной церкви, и поэтому считался православным, уж очень любил католическую веру, безмерно благоговел перед римским папой и очень скорбел по поводу того, что глупый православный русский народ никак не хочет пускать это светило еретического мира на святую русскую землю. А еще, сей митрополит любил икуменические молитвы,
на шабаш которых собирался весь еретический и языческий сброд со всей земли. Там он с большим удовольствием встречался и даже горячо по-братски лобызался с иудейскими раввинами, которые лютой ненавистью ненавидят Иисуса Христа и Матерь Божию, с католическими ксензами, непримиримыми врагами православной церкви, любезно раскланивался с полуголыми язычниками, буддистами и всевозможными африканскими колдунами. Его даже не смущало то, что на этих сборищах сатанистских раскрашенные краски чернокожие шаманы на бедренных повязках носят по залу Святое Евангелие, в экстазе тряся его над головами, приплясывая при этом по звуке там-тамов свои папуасские танцы. А потом, кривляясь, читают это Евангелие со сцены, истолковывая смысл благой вести по-своему. Там владыка с удовольствием присутствовал на многочисленных еретических службах и с умилением наблюдал поклонение различным языческим идолам. И все это казалось чудовищным вымыслом, если бы не было на самом деле горькой правдой. Но наш митрополит ничего плохого в этом не видел. Он с довольным видом сидел в первых рядах на этих бесовских сборищах, позоря русскую православную церковь. Всемирный совет церквей является для нас общим домом. Я глубоко убежден, что то, что происходит на ассамблее, церкви должны взять с собой и понести к себе, перевести в свой, донести до своего народа. Если они им сделают это, и если они делают это, то это означает, что экуменическое движение есть движение церквей, а не отдельных представителей, не отдельной богословской элиты, которая приезжает в Канберру и для которой последствия ассамблеи безразличны. А возвращаясь домой, писал доклады о плодотворности посещения этих безумных съездов, о том, что благодаря таким диалогам любви вносится огромный вклад в дело претворения мира во всем мире, о дружбе всех религий и об упразднении устаревших запретов общения между всеми христианскими конфессиями. Потом, отчитываясь о проделанной работе, он читал свои лукавые доклады на важных церковных советах, где его внимательно слушали другие митрополиты, одобрительно кивая головами. И странное дело, никто из них не возмущался, не говорил, что нельзя ходить на совет нечестивых, как сказано в первом псалме Псалтире. Никто не вспоминал правила святых отцов, которые под страхом отлучения от церкви запрещают посещать такие сатанинские сборища. Наоборот, все увлеченно обсуждали эти доклады и назначали сроки следующих поездок на шабаш Всемирного Совета Церквей. Ну а то, что такими прелюбодейными экуменическими диалогами возмущались православные церковные люди, владыку мало интересовало. Ему эти надоедливые верующие уже все уши прожужжали про свои церковные правила и изрядно надоели митрополиту и его единомышленникам. Ведь если бы не эти зануды, думал владыка, то мы бы уже давно молились со всеми христианскими конфессиями вместе и причащались бы из одной чаши. Ведь все эти разногласия в догматах и вероучениях устарели и никому не нужны. Сейчас, между прочим, век компьютерных технологий и дипломатических компромиссов, а не средневековье. Вот у цивилизованных католиков римский папа безгрешен в делах веры. И нам давно так надо. Тогда можно было бы модернизировать церковь на более современный и цивилизованный лад. Так ведь не дают? Каждый мнит себя полноправным членом церкви, да еще возмущается, если ему что-то не нравится. И ведь не пошлешь их открыто куда подальше. Нельзя. Ну ничего, скоро мы этих ревнителей православия будем объявлять террористами и экстремистами. Вот тогда они у нас попляшут со своими святыми правилами. И сегодня мы еще разделены по элику богословские проблемы, пришедшие к нам из древности, не дают возможности нам воссоединиться. Тем не менее, как прозревали то многие святые люди, если Господу угодно будет соединить всех христиан, то произойдет это не по их усилиям, не по каким-то церковно-дипломатическим шагам, не по каким-то богословским соглашением, а только потому, если Дух Святый снова соединит всех, кто исповедует имя Христово. И верим, что святитель Николай, слышащий молитвы христиан Востока и Запада, предстоит пред Господом в том числе
и прося у него соединить церкви воедино. Однажды в государстве придумали ИНН. Кто не знает, это такая задуманная богоубийцами всемирная инвентаризация людей, чтобы все рабы были у них на учете, каждый со своим номером. И главное, ведь что придумали мерзавцы? Задумали эти богоборцы сделать так, что всем, и малым, и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет иметь свое личное число. И что скоро? Никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это число. И в обязательном порядке каждый должен пойти и получить этот рабский компьютерный номер. Ну и началось. Первыми забили тревогу афонские монахи, а за ними другие монастыри. И даже некоторые поместные церкви. А когда нумерация людей дошла до русской земли, то и в России восстали многие монахи и целые монастыри, а также множество батюшек и огромное количество православных церковных людей. В общем, забурлила русская православная церковь. Сначала у митрополита тоже мелькнула мысль, что-то тут не в порядке, что-то нехорошо, но спешить с выводами он не стал. Как образцовый церковный чиновник, он умел такие подозрительно правильные мысли сразу же от себя отгонять. О своих решениях ориентироваться не на свою ненадежную совесть или какие-то там церковные книги, а исключительно на мнение начальства. К этому его приучили сразу, в самом начале его церковной карьеры, когда взамен на стремительный взлет по церковной иерархической лестнице он дал письменное обязательство исполнять все установки своих покровителей. «И хорошо, что не поспешил», — подумал владыка, когда сверху пришла негласная директива о том, чтобы всех недовольных объявлять раскольниками, по возможности гнать вторишей из храмов и монастырей, а недовольным батюшкам просто не платить зарплату. А для дискредитации возмущающихся приказано было упорно делать ударение на то, что якобы недовольный нумерацией утверждает, что номер – это печать Антихриста, а это, мол, не так. Владыка принял все это к сведению, и рьяно взялся за работу. Кого ругал, кого гнал, кого в запрет, кого за штат, а кого из глаз долой. Топал ногами, сверкал очками, слушать ничего не хотел ни при каких афонских монахов, ни про старцев. «Я сам старец!» — кричал владыка. «Пошли вон, раскольники! Что вы мне всю Библию суете? Это не печать Антихриста!» «А никто и не говорит, что это Антихристова печать!» — отвечали люди. «Это начало построения общемировой системы, при которой нельзя будет ни покупать, ни продавать без какого-либо символа. Для богоборцев сейчас главное внедрить эту систему любыми путями, чтобы люди начали постепенно к ней привыкать. Вот что для них сейчас важно. А какая будет настоящая печать Антихриста, еще никто не знает. Хотя сейчас начинают проявляться ее основные принципы. Например, открывается то, что через компьютерную сеть можно контролировать каждого человека на Земле. Вы ведь, наверное, знаете, что возможность контроля над каждым человеком – это обязательное условие для пришествия Антихриста. Раньше никто и представить себе не мог, как это можно сделать. А ключевой код главного мирового компьютера – число 666, что весьма настораживает. Ну а так как это только начало построения этой системы, то сейчас проще всего остановить эту заразу. Поэтому, владыка, если уж вы не хотите официально выступать против, защитите хотя бы православный народ. Ведь вы же пастырь и защитник людей Божьих, а вы их гоните из храмов и монастырей прямо в пасть к волкам. Да вы что, совсем обнаглели? Нас, митрополитов, никто не имеет права учить, а тем более говорить, что мы делаем что-то не так. Мы самые умные и самые важные люди в церкви. Про нас даже думать плохо нельзя. Вот мы какие. Возмущался владыка. А вы мне здесь сказки рассказываете про какую-то систему, какого-то антихриста. Вы что, с ума все посходили? Насчитались разные ерунды. Вы все в прелести. Да мне хоть 10 печатей числом 666 на лоб поставь, я не боюсь. Главное, в душе от Христа не отречься. А внешние символы значения не имеют. Вообще складывается такое впечатление, что вы или зазомбированы, или просто кем-то куплены. Дело в том, что наш митрополит не был принципиальным человеком и менял свои убеждения довольно часто, в зависимости от поступающих директив сверху. И он не понимал, как это люди могут иметь и твердо отстаивать свое мнение, отличное от мнения большого начальства. Это было выше его понятий. Поэтому он был уверен, что так твердо стоять на своем мнении можно только за деньги, бедняга. А тем временем люди ему отвечали: «Владыка, мы не куплены, а искуплены кровью Господа нашего Иисуса Христа, и являемся Его рабами. А Господь в Евангелии открыл, что в мире действует тайна беззакония, которая готовит воцарение сына погибели, то есть Антихриста, и что Антихрист будет клеймить своей печатью всех, кто ему поклонится.
А кто не примет ту печать, будет гоним и убиваем, но спасется только для Царствия Небесного. И дал Господь признаки того, как эта печать будет действовать, чтобы мы были бдительны и увидели ту сеть, которую плетет ловец душ человеческих. И сейчас по всем этим признакам начинается открытое построение этой печати. Итак, рассудите, владыка, кого нам следует более слушать и чью волю исполнять? Иисуса Христа или вашу? Ну, пошло-поехало. Рабы и печать, антихрист, очнитесь. Мы живем в 21 веке, говорил владыка. Сейчас ракеты в космос летают, весь мир объединяется, упраздняются границы, кругом компьютеры. Скоро даже деньги электронные будут, единые во всем мире. Цивилизация развивается, надо всем жить в мире и любви, ко всем религиям и всем людям. А вы толдычите одно и то же, надоело уже. А люди говорили, а какая любовь может быть у православия с язычеством и еретиками? Неужели, владыка, вам непонятно, что экуменизм — это пресеча новой, единой, общемировой антихристианской религии? А границы упраздняются только для того, чтобы создать одно единое государство на земле, правитель которого будет правителем всей земли. И наличные деньги во всем мире постепенно убираются из оборота для того, чтобы ускорить создание этого единого государства. К тому же, пока существуют наличные деньги, люди имеют определенную свободу, так как деньги – это средство к существованию. А при безналичной финансовой системе человек фактически денег не имеет. Он становится рабом и полностью зависимым от того, кто этими виртуальными деньгами управляет. А управление это будет у единовластного правителя всей земли, то есть у антихриста. Так что вы, владыка, сами назвали все признаки подготовки для пришествия сына погибели. Ибо сказано, когда будут говорить мир и благоденствие, тогда и придет конец. Ну, мое терпение кончилось. Мне надоело слушать фантазии вашего воспаленного ума. Вы самые настоящие фанатики и раскольники. Уходите прочь, я с вами не желаю больше разговаривать. Но так как недовольных в каждой епархии было довольно много, а фанатиками и раскольниками надо было объявлять почти всех монахов, огромное количество батюшек и больше половины прихожан, то решили митрополиты собраться на совет, чтобы решить, что же им делать дальше. И вот собрались первосвященники в большом красивом зале и стали совещаться. Первым начал самый главный из них. Все вы знаете, что происходят большие возмущения верующих по поводу того, что людям присваивают номера. Поэтому церковный народ хочет, чтобы мы, архиереи, официально объявили свое мнение об этой затее с нумерацией людей. От лукавого она или от человека. Какие в связи с этим будут предложения? Все сидели в задумчивости. Но тут наш знакомый владыка взял слово и начал рассуждать. Я вот что думаю. Если мы скажем, что от лукавого, то нарушим договоренность с нотариями о том, что мы поможем им пронумеровать церковных людей. А если скажем от человеков, то народ совсем нам верить перестанет, потому что все знают, что это бесовская затея. Поэтому давайте ответим так. И принять номер не грех. И отказаться тоже не грех. То есть ни вашим, ни нашим. Получится, что и волки сыты, и овцы целы. Все одобрительно закивали головами, а председательствующий сказал. Правильно. Хорошее решение. Надо поручить нашим писарям написать такое обращение к народу. Они умеют сочинять такие доклады ни о чем. Пожурим в этом обращении и тех, и других, чтобы никому обидно не было. Вставим парочку патриотических фраз, но главное надо снять с себя ответственность с обеих сторон, чтобы мы были в этом деле ни при чем. Пускай сами друг с другом разбираются. Зал одобрительно загудел. Но тут стал один митрополит. Все честные отцы, это что же получается? Таким образом мы просто предаем народ Божий. Что это за определение такое? И так не грех, и это не грех. Ведь так же не бывает. Я с таким определением не согласен. Как Господь в Евангелии сказал, или да, или нет. А все остальное от лукавого. Вот и давайте определяться четко, поистине. Или благословляем принимать номера, или нет. Лично я против. Все сразу замахали на него руками. Что ты, отец, не хватало нам еще из-за твоей истины с кесарем ссориться. Мы хотим жить спокойно. Нам не нужна никакая ответственность ни за какой народ. Но народ-то Божий, воскликнул митрополит. За каждую душу мы дадим ответ перед Господом. Мы для верующих людей должны быть пастырями добрыми, заботливыми отцами, которые оберегают чадо свои. А получается, что мы наемники, не радеющие о стаде Христовом, или хуже того, волки хищные в овечьей шкуре. Но председательствующий его перебил. Ты, отче, ехал бы в свою епархию, к далекому морю-океану,
и устанавливал бы там свои порядки. А в столице мы сами, без тебя разберемся. Итак, отцы, голосуем. Кто за предложение составить обращение к народу с таким определением? Принять номер не грех и отказаться тоже не грех. Кто за? Большинство. А кто против? Один. А кто воздержался? Никого. Предложение принято. Все. Собрание первосвященников окончено. А когда все разошлись, председатель собрания встретил в кулуарах знакомого нам митрополита и сказал: «Необходимо как можно быстрее создать комиссию из наших надежных людей, придать ей какой-нибудь богословский статус посолидней, и пусть они вынесут такое же решение, как и наше. Тогда можно будет говорить, что и церковные богословы такого же мнения, как и мы. Займись этим, отец, только проследи, чтобы туда не попали случайные люди, особенно любители правды. Ну ты понимаешь, о ком я говорю». И пришлось владыке, вместо того, чтобы спокойно отдыхать, заниматься этой комиссией. Подыскивать нужных людей, инструктировать их, всячески намекая и подмигивая, организовать всю административную часть, а потом еще заниматься тем, чтобы через средства массовой информации решение этой богословской комиссии было обнародовано и дошло до кого нужно. В общем, пришлось попотеть. Но зато удалось задушить возмущение верующих, которые не хотели иметь число вместо имени. «Теперь-то они не смогут отказаться от номеров по религиозным убеждениям», — радовался владыка. «Теперь их быстро прижмут к стенке. Ведь мы дали мытарям два козыря — решение нашего архиерейского собрания и церковных богословов. Так что пронумеруют всех как миленьких, а то вздумали меня учить, что и как мне делать. Не очень необразованные. Да и же позже стараюсь. Короче говоря, отдал бы народ Божий на поругание и дальнейшее распятие». А знакомый нам митрополит, утомившись от тяжелых послушаний, отдыхал в своей резиденции, вполне довольный собой. И вот однажды, на Страстной Седмице, уснув вечером в своей опочивальне, он увидел удивительный сон. Снится ему, что очутился он в Древнем Риме. Смотрит, кругом большие красивые здания из белого камня, массивные мраморные колонны, на улицах фонтаны, в которых плещутся дети, а по улицам не спеша прогуливаются люди. Идя по этому красивому городу, и любуясь его древней красотой, он вышел к огромному Колизею, вокруг которого собралось множество людей. Все оживленно говорили о каком-то необычно интересном зрелище, которое должно было там произойти. Митрополит стал прислушиваться к разговорам людей, чтобы разобрать, что это будет за зрелище. Когда вдруг толпа подхватила его, и он, не успев ничего понять, оказался внутри огромного амфитеатра. Людской поток вынес его прямо к большой арене, находящейся ниже зрительских мест, от которых ее отделяли высокие каменные стены. Так что с любого зрительского места было хорошо видно, что делается внизу. Митрополит устроился на каменных сиденьях недалеко от входа и стал ожидать представления. Вдруг раздался звук духовых труб, и на арену вышел глашатай со свитком. Все зрители притихли, чтобы услышать, что он скажет. Глашатай начал читать. «А внимание, жители Вечного Города! По приказу Великого Императора сегодня произойдет публичная казнь известных возмутителей спокойствия и хулителей наших священных богов, так называемых христиан, которые поклоняются распятому Иисусу Христу. Вопреки нашим законам, они отказываются приносить жертвы великим богам, которых запрещено оскорблять непочитанием, потому что это вызывает их гнев. Посему эти христиане будут живыми отданы на съедение диким львам. Но по гуманным римским законам, если кто-нибудь из них одумается и принесет нашим богам жертву, будет прощен». Опять зазвучали трубы, и под свист и улюлюканье зрителей стражники вывели на арену связанных людей. Это были мужчины и женщины разных возрастов, со следами пыток и побоев на измученных телах. Некоторые из них, совсем ослабевших от ран, поддерживали их товарищи, еще сохранившие силы. Но несмотря на это, все они держались довольно спокойно и не выражали страха. Воины копьями оттеснили их на середину и окружили кольцом. Освещенные солнцем, христиане стояли в центре арены, а со всех сторон в их адрес раздавались оскорбительные слова и гневные возгласы. Вдруг с лязгом открылись врата, и из них выкатили большую железную клетку, в которой находилось множество огромных голодных львов. Они, почуяв запах крови, стали метаться по клетке, издавая при этом дикий рев. Зрители завопили от восторга. Вновь раздался звук труб, призывая всех сохранить тишину, и когда сделалось тихо, в главной ложе встал император и начал говорить. «Боги сказали мне через жрецов, что они оскорблены. Эти люди не воскурили у ног их идолов Фемиам и не принесли очистительные жертвы. Из-за этого гнев богов может быть обращен против всех жителей нашего города. Я, обращаясь к христианам, сказал: вы можете верить своему распятому Иисусу, никто у вас его не отнимет,
но жертву великим богам вы принести обязаны. Поэтому вы либо немедленно исполните священный ритуал, либо все будете казнены. Решайте. От христиан вышел вперед один человек и ответил. Ваших богов придумали люди, а мы верим Создателю неба и земли, Богу истины, Пресвятой Троице. Мы не можем поклониться и истинному Богу, и идолам одновременно. К тому же наш Бог не требует жертвоприношений. Ему нужна только наша любовь и верность. Поэтому мы готовы принять смерть, оставаясь верными Христу. Наглец! Ты не уважаешь ни наших богов, ни нашу веру в них, воскликнул император. Поэтому в назидание остальным, чтобы они увидели, что их ждет, брось этого безумца ко львам в клетку. Воины схватили христианина и, потащив клетки, затолкали внутрь. Дальше все произошло мгновенно. Огромный лев мощным ударом лапы сбил его с ног, а остальные вцепились кто в шею, кто в ноги, кто в бок, и крепко держали до тех пор, пока человек не затих. А потом в одну минуту зубами разорвали его тело в клочья, и опьяненные кровью сделались еще свирепее. Зрители закричали от восторга, а митрополит, увидев эту кровавую сцену, от страха сумел только воскликнуть. «Ой, Господи Иисусе! Что ты сказал? Господи Иисусе! Здесь еще один христианин!» — закричал сидевший с ним рядом какой-то человек. «Хватайте его, стража, сюда!» «Тише, тише, не надо, я пошутил!» — взмолился митрополит. «Я не знаю никакого Иисуса, это недоразумение!» Но было уже поздно. Подбежавшие воины схватили его, скрутили руки и куда-то потащили. Его провели по каменным проходам и лестницам прямо в императорскую ложу и поставили на колени перед креслом императора. «Расскажите, что он сделал», — приказал правитель Рима. «Он назвал распятого Иисуса Господом», — отвечали стражники. «Значит, он один из этих упрямых безумцев и должен быть казнен вместе с ними». «Это правда? Ты христианин?» — спросил император. «Нет-нет, это ошибка!» — митрополита трясло мелкой дрожью. «Я сказал просто так, я даже не знаю, как это у меня получилось. Не убивайте меня, я принесу жертву вашим богам». «Так значит, ты не христианин?» «Да-да, в том смысле, что, конечно, нет. Я экуменист, я уважаю любые религии, то есть любых богов. Так что я ваш друг». «Друг? А что это висит у тебя на шее?» Император указал на нательный крестик, который виднелся под разорванной одеждой. «Крест? Плебей! И ты смеешь мне врать? Это христианский символ! За твою наглую ложь тебя сейчас сбросят в клетку ко львам! Умоляю вас, не надо этого делать! Признаюсь, я кричал в христианской вере, но я не считаю, что это так принципиально! Я не такой фанатик, как эти люди на арене! Я образованный человек! Так что вы можете на меня положиться! Я сделаю все, что вы мне скажете!» Император посмотрел на трясущегося от страха митрополита, и его вдруг осенила мысль. «Хорошо, я дам тебе возможность доказать то, что ты сказал. Сейчас ты пойдешь и уговоришь своих упрямых единоверцев принести нашим богам жертву. А если ты не сможешь этого сделать, то тебя вместе с ними сожрут львы. Все, иди. Но помни, у тебя мало времени». Император махнул рукой в знак того, что разговор окончен, и стражники повели митрополита вниз на арену. Когда владыку вывели на поле, он в полной мере ощутил всю серьезность происходящего. Одно дело сидеть наверху на месте зрителя и смотреть, а совсем другое дело находиться здесь, внизу, в самом центре событий. Весь огромный амфитеатр жаждал убийства. Все хотели посмотреть, как львы будут рвать живых людей. Митрополит отчетливо понял, что все эти зрители жестоки и беспощадны, и что вести с ним диалог любви никто не будет, что все здесь по-настоящему, или да, или нет. Поэтому у него оставалась только одна надежда на то, что он все-таки сумеет уговорить христиан спасти свои и, конечно же, его жизни. «У тебя есть время, пока не кончатся эти песочные часы», — сказал начальник стражи, и воины толкнули владыку в середину арены. «Иди, время пошло». Когда митрополит подошел к христианам, его встретили вопросом. «Кто ты, друг? Ты тоже веришь в Иисуса Христа?» «Да, я тоже христианин, я даже имею епископский чин». «Слава Богу!» — отвечали люди. «Господь в столь трудную минуту испытаний послал нам помощь и поддержку в лице прямого наследника апостола. Покажи нам пример, как нужно умирать за Христа. Укрепи нас своим мужеством». «Постойте, друзья, не надо спешить. Умереть мы всегда успеем. Наша задача — выбраться отсюда живыми», — начал свои уговоры владыка. «Что толку, если мы умрем? Кому от этого будет хорошо? Мы же сможем сделать много добрых дел, если останемся живы. Ведь что от нас требует? Всего лишь воскурить Сатанам и идолам. Ну и что? Подумаешь? Главное, души от Христа не отречься, а внешние символы значения не имеют никакого». «Кому-то я это уже говорил», — подумал митрополит, а вслух продолжал. «Поймите, друзья, все хорошо в меру, а фанатизм — это признак нездоровой психики.
Люди все должны жить в мире и любви, все религии и люди. Нужна только толерантность, терпимость. А своим недостойным экстремистским поведением вы только разжигаете религиозную ненависть. Ведь эти боги – традиционная религия данной местности, и мы должны это уважать. Так что давайте все спокойно обсудим и придем к какому-нибудь консенсусу. Проголосуем в конце концов. Должен же быть у вас здравый смысл. К тому же я ведь епископ, и вы должны меня слушаться. «Ты не епископ и не христианин, а предатель и слуга Антихриста», — отвечали христиане, разгневанные его лукавыми уговорами. И одна женщина сказала ему: «Ты, наверное, иудей. Твои хитрые речи обличают тебя. Так запомни, нас даже пытками не смогли заставить поклониться идолам. А ты, сын Иуды, хочешь лукавыми речами склонить нас к тому, чтобы мы предали Иисуса Христа. Ошибаешься. Для нас жизнь Христос, а смерть приобретение, и мы не боимся умереть. Ты говоришь, что ты епископ, а не знаешь того, что тот, кто верен в малом, тот верен и в большом. Поэтому мы до смерти, даже и в самом малом, будем верными Христу. Так и скажи своим хозяевам. А теперь уйди, хитрый лис. Не мешай нам переходить в вечное царствие Отца нашего Небесного». Митрополит, видя, что его попытки уговорить христиан оказываются тщетными, и что из-за этого его ждет неминуемая ужасная смерть, сбросил маску крутости и заговорил уже от души своим родным языком. «Глупые, тупые фанатики! Да таких, как вы, в наше время я даже на порог не пускаю. Как вы мне надоели! Да вас надо гнать из храмов, чтобы вы не баламутили народ. Такие, как вы, во все времена никому спокойно жить не дают. Вы вечно чем-нибудь недовольны. То вам идолы не нравятся, то экуменизм, то номера. Раскольники, сектанты, экстремисты». Но его уже никто не слушал. Опять зазвучали трубы, в ложе встал император, и когда наступила тишина, он громогласно спросил: «Решил ли кто-нибудь из христиан воздать почести нашим богам?» «Нет!» — был громкий и твердый ответ христиан. «А меня-то за что казнить?» — закричал владыка. После короткой паузы правитель Рима ответил: «Христиане умрут за своего Христа, а ты — за свое предательство. Все, выпускайте львов!» А воины быстро покинули арену. Все зрители застыли в ожидании. В наступившей тишине было слышно, как заскрипела дверь клетки, которую открывали веревками из-за укрытий. Львы, один за другим, начали выпрыгивать на землю. Митрополит отбежал как можно дальше и, прижавшись к стене арены, с ужасом стал наблюдать за происходящим. Он увидел, как хищники окружили христиан и, оскалив свои огромные страшные клыки, начали медленно сжимать кольцо. Потом они бросились на людей, и началась кошмарная кровавая драма. Львы рвали тела христиан зубами и полосовали когтями, спарывали животы и перекусывали позвоночники. Кругом раздавался хруст костей и человеческие стоны. И все это под восторженный рев трибун. У митрополита пульсировала только одна мысль. «Только бы меня не заметили, только бы меня не заметили». И вдруг все остановилось, как в стоп-кадре. И прыгающий лев со скаленной пастью, и ревущий амфитеатр с бушующими зрителями. Сделалась оглушительная тишина. И в этой тишине откуда-то сверху прозвучал все пронизывающий голос, обращенный к митрополиту: «Веришь ли ты в Иисуса Христа?» «Верю», — затрепетал владыка. «Почему же ты гонишь овец Христовых и не радеешь о стаде моем? Или ты не боишься меня? Или думаешь, что не будешь отвечать мне о каждой душе, доверенной тебе? Трудно же тебе идти против рожна. Да не сами виноваты. Да я отныне хочу, чтобы ты был для овец моих пастырем добрым, который заботится о каждой душе, веренной ему. Храни и соблюдай все правила и предания церкви моей, и не смей нарушать их. А если не будет так, то верну тебя на эту арену. Помни об этом». После этих слов митрополит проснулся. Он лежал в своей кровати, весь мокрый от пота. А в голове его все звучали слова: «Помни об этом». «Так это был сон», — радостно подумал владыка. «Блаженство, нет никаких львов. Ни императора, ни Колизея. Приснится же такой кошмар». Митрополита переполняли радостные чувства. «Нужно на ночь меньше есть, чтобы не снились такие дурные сны. А то ненароком еще станешь ревнителем православия. Вот смеху-то будет. Скажут, у митрополита совсем крыша поехала. Надо поскорее забыть эту ерунду, а то весь день будет плохое настроение», — размышлял владыка. Он встал, плотно покушал и занялся обычными делами. А днем, выходя из своей резиденции, он опять вдруг вспомнил арену, львов и христиан. Снова эта чертовщина. Владыка перекрестился, чтобы пропало это наваждение. Самые настоящие фанатики. Неужели нельзя было договориться? Упрямые, ужас какие. Готовы даже на смерть идти. Одно слово — экстремисты. Гибким надо быть, гибким или хитрым. Да какая разница? Митрополит потряс головой, чтобы прогнать эти назойливые мысли.
сел в свою иномарку и поехал в храм Христа Спасителя на дружескую встречу с иудейскими раввинами. Шло время, владыка постарался как можно скорее забыть эту ужасную ночь, и менять свою жизнь из-за какого-то сна он вовсе не собирался. Так что все оставалось по-прежнему. Росли дивиденды в банках на счетах митрополита, с храмов брался такой же грабительский налог, несмотря на то, что церковные работники получали гроши за свою работу, а все, кто был недоволен икуменической деятельностью владыки, высказывал протест по поводу нумерации людей или возмущался нарушениями церковных правил, сразу же обвинялся раскольником и предавался гонениям со стороны митрополита. Ничего не изменилось, все оставалось по-прежнему. Глядя на такого владыку, многие православные люди даже потеряли веру церковным властям. Они не верили ни ему, ни его окружению, а он обвинял их в непочитании священноначалия и не желал понимать, что сам же в этом и виноват. В общем, замкнутый круг. И вот однажды, на совещании митрополита в Чистом переулке, когда решался вопрос о нелегальной поездке к римскому папе для закулисных переговоров, знакомый нам митрополит сам вызвался съездить на этот прием. Он уже давно там не был и очень хотел увидеть и папу, и своих давних сокурсников по учебе в католической духовной семинарии, которые сейчас были уже кардиналами и пресвитерами Римской католической церкви. Итак, обсудив на совещании предстоящую встречу и наметив ряд вопросов, которые необходимо было решить, владыка отбыл в Ватикан. Приехав в Рим, он сразу же из гостиницы направился на папский прием. Там его уже ждали. Когда он зашел в приемный зал, то увидел трон, на котором восседал трясущийся папа, рядом с которым стояло все духовное католическое руководство. Они радушно заулыбались, когда увидели владыку. То была встреча старых друзей. Митрополит раскрыл свои объятия, показывая, как он рад всех видеть, пошел навстречу, чтобы обняться с главным еретиком земли, и вдруг у него потемнело в глазах, все закружилось в каком-то вихре. И он необъяснимым образом опять оказался в том самом страшном сне, на арене амфитеатра. Перед ним стоял огромный лев со оскаленной пастью, а в центре арены под восторженный рев трибун разъяренные львы рвали зубами и когтями тела мучеников-христиан. Митрополита объял невообразимый ужас. Он и представить себе не мог, что такое может произойти. Перед ним, как раскрытая книга, пронеслась вся его жизнь. Он как бы со стороны увидел, как он гнал православных людей, как храпал себе деньги, не заботясь о нуждающемся народе Божьем, как прелюбодействовал с еретиками и язычниками, предавая православную веру, и в конце, как итог, оказался лев с окровавленной пастью. Он понял, что зачитывать приговор ему уже никто не будет, приговором была вся его жизнь. Лев прыгнул и, впившись огромными клыками в грудь митрополита, прокусил ему сердце. Тело владыки ватным мешком упало перед троном римского папы. Католики были в шоке. Предстоял большой конфуз. Официальный архиерей Русской Православной Церкви умер в Ватикане на приеме у Папы Римского. Скандальной ситуации придумать нельзя. Вызванные врачи определили острую сердечную недостаточность. Тело митрополита без лишнего шума как можно быстрее переправили в Россию. Но все равно эту позорную смерть скрыть не удалось. Поэтому для оправдания перед православными людьми наспех придумали какую-то нелепую историю о его чуть ли не геройской внезапной смерти и быстренько похоронили владыку на одном из престижных кладбищ в Петербурге. Потом устроили пышные поминки, на которые съехалось множество архиереев. Они говорили длинные речи о его достойной жизни, о огромном вкладе, который якобы внес покойный в дело укрепления церкви. А в это время одной юродивой, которая жила недалеко от резиденции митрополита, сказали: «Матушка, представляете, а здешний владыка скоропостижно умер в Риме, прямо на приеме Папы Римского в Ватикане». На что юродивая ответила: «Как собака жил, как собака и подох, в ногах у своего хозяина». Вот и все. Эти слова подвижницы Божией являются грустным эпилогом к жизни митрополита. Но, увы, юродивые говорят всегда только правду. Кто знает, тот поймет. Есть еще одна памятная вещь здесь, в этом доме, связанная, очень дорогая мне, и связанная с последними днями владыки Никодима. Это его жезл. 5 сентября, когда была назначена аудиенция уже у нового избранного папы, владыка Никодим во всем своем официальном обличии, белый митрополитчик лобук, ряса и архиерейским посохом. Владыка приехал в папский дворец, вот,
И вот с этим посохом он проделал последние свои шаги в своей земной жизни. И здесь начинается последняя легенда о владыке Никодиме. Легенда его смерти. Владыка иногда говорил, что хотел бы умереть в Иерусалиме у гроба Господня или в Риме у гроба апостола Петра. Молва говорит о том, что митрополит Никодим был отравлен на аудиенции у папы Иоанна Павла I, а спустя 33 дня был отравлен и сам папа. За что? Ведь то, о чем говорил с папой русский митрополит, не знает никто. А тот, кто был тогда рядом, ватиканский переводчик, отец Михаил, поклялся хранить молчание. Никодим вошел в кабинет папы, все бледным, еле-еле ходил. Я с ним разговаривал, объяснял, картина какая-то, вот уже никакого интереса нет. А иначе я всегда очень все хотел знать. Автор, откуда, почему, не интересовался. Вошел в кабинет папы, сели, и тогда ему как-то жизнь возвратилась. Он стал опять розовым, у него очень была красивая кожа, такая светлая кожа. И он стал рассказывать папе Римскому. Вот за эти 10 минут, через часа, это все. После этого они встали, и тогда пригласили секретаря Никодима. И тогда Никодим вот представил папе своего секретаря Льва, сказал: «Лев, что я ученик Ривальского университета». «А, тогда вы говорите по-итальянски». «Ну да». И они стали говорить по-итальянски. А Никодим на эту сцену смотрел, значит, с таким удовольствием, видя, что свой человек уже разговаривает прямо с папой на языке папы. И вот я сам начал больше не смотреть на Никодима, а в это время Никодим присел на кресло, потому что ясно, вне всякого протокола, папа Римский стоит, а ему что сидеть. А сразу он упал перед папой, но упал очень красиво, как будто поклон бьет. Я говорю: «Что такое, с ума сошел?» А я пошел его понять, как и подъяковник. Уже не живой. Падал ли на колени владыка перед папой? Рассказывает архиепископ Лев, очевидец этой кончины. Так, значит, вот папа, встал отец Михаил, переводчик, и владыки на кресло. Вот. И по правую руку от владыки дальше стал я. И только стал я рядом с ним, и владыка вдруг раз и накренился влево. И отец Михаил его подхватил. Потом, значит, владыка как-то так поддерживался слева, значит, он вдруг раз стал падать в мою сторону. Я его подхватил, и я сам растерялся, что такое. То есть видно, что человек или плохо, или что. И он стал как бы, вот мы его держим, а он как бы сползает. Папа стоит над нами и говорит: «А что такое произошло? Что это такое?» Он растерялся. Ему, значит, отец Михаил раз говорит, что у владыки уже не первый инфаркт. Вот так. И он как-то говорит: «Так он что, может умереть?» Отец Михаил говорит: «Да все может быть». И он тогда как-то испугался. И тоже опустился вместе с нами на колени. И владыки что-то как будто на ухо шепчет. А оказалось, папа откуда ему последнее отпущение давал. Да, потом в прессе появилось почему-то, что вот там получилась ошибка, там, так сказать, во время аудиенции подавали кофе, перепутали чашечки, там чашечка одна папе должна была, она попала Никодиму. Вот так писали и в нашем новом времени, и в других этих самых. Никакого кофе не было, никакого чая не было, потому что была официальная протокольная встреча, какая бывает в таких случаях. И все-таки отец Михаил приоткрывает тайну последних слов владыки Никодима. 3 дня после смерти Никодима папа Римский говорил духовенству Рима: «Третьего дня скончался в моих объятиях митрополит православный Ленинграда. Какие прекрасные вещи он мне о церкви рассказывал, мною неведанные, своей жизнью, своим видением, своими словами. Он нас убедил, что русская церковь заслуживает любовь и понимание, что, конечно, коммунисты не дают дышать ей, но помогите, и будет все лето». И вот Никодим раздавал вот эту любовь православию. Он
раздавал любовь православию. Церковь Святой Анны в Ватикане, где было положено тело почившего митрополита Никодима, на время траурных церемоний стала православной. Сюда пришли тысячи людей, чтобы проститься с русским владыкой, которого в Риме знали, боялись, но любили. И на родине любили, но и боялись владыку. Когда запаянный цинковый гроб привезли в Ленинград, некоторые усомнились, что в гробу покойный митрополит. Казалось, что он не вернется из Рима. Но те, кто знал и любил владыку, спешили к его гробу, чтобы застать его еще на земле и оплакать его безвременную кончину. Никодим Рутов, тайный кардинал. Давайте познакомимся поближе с личностью митрополита Никодима Рутова. Ведь Кирилл Гундяев в одном из своих выступлений сказал, что он зашел на патриарший престол вместе с митрополитом Никодимом. Для этого обратимся к воспоминаниям греко-католического священника Михаила Гаврилева, или Гаврилива, не знаю, учившегося в 1970-е годы в ленинградских духовных школах Русской Православной Церкви Московского Патриархата и тесно общавшегося с митрополитом Никодимом. Эти воспоминания почти неизвестны русскоязычному читателю, поскольку издавались в Риме небольшим тиражом на украинском языке. Оригинальный текст воспоминаний доступен в сети. Почти сразу после поступления в семинарию, осенью 71-го, Михаил стал ходить на исповедь в ленинградский католический костел Лурдской Богоматери. Вскоре он узнал, что и другие семинаристы разделяют интерес к католицизму. Это, например, Валерий Смирнов, позже стал иеромонахом Марком, вел программу на радио «Свобода», редактировал газету «НГ Религия» и работал в журнале «Наука и религия». Иеромонах Авросий Блинков, служивший на приходе в городе Валдай. Они-то открыли юному семинаристу тайну о том, что митрополит Никодим, бывший кандидат патриархи и второй человек в иерархии РПСМП, убежденный католик. Вскоре юноша с Галичины стал и подиаконом митрополита, и Никодим брал его с собой на ежедневные прогулки. Их общение становилось все более доверительным, и однажды Никодим признался: «Знаешь, Миша, я тоже когда-то был обычным русским попом с длинными волосами и в кожаных сапогах. Но когда я начал писать диссертацию о папе Иоанне 23-м, то я понял, что настоящее христианство не в том состоит». Каковы же были взгляды митрополита Никодима? Бесспорно, его взгляды были католическими. Они очень напоминали взгляды Соловьева. Кстати, портрет этого русского философа постоянно висел в кабинете митрополита. Наибольшую симпатию митрополит имел к папе Иоанну 23-му, кардиналу Тиссерану, митрополиту Андрею Шептицкому и к монахам-иезуитам, монашеские уставы которых митрополит постоянно возил с собой в портфеле-сундучке и постоянно их пересчитывал. Духовность Игнатия Лойолы митрополит Никодим считал наиболее практичной, рациональной и эффективной. Однажды, вспоминает Михаил Гаврилев, когда Никодим ехал с семинаристами по Москве, в машине сидели еще и нынешние епископы Маркел Ветров и Симон Ишунин. Он начал горячо защищать католический догмат о непорочном зачатии Девы Марии, который, как известно, не разделяется православными, а потом еще изложил католическое учение о присуществлении святых даров на литургии в момент произнесения установительных слов. Однако полностью раскрылся Никодим как католик перед Михаилом 6 сентября 1975 года в Новгороде. Вечером этого дня, во время прогулки по митрополичьему саду, Никодим принял у юноши монашеские обеты и привел его к присяге на верность апостольскому престолу, то есть папе. Далее пишет, Михаил: «Митрополит Никодим наказал мне руководствоваться монашеской жизнью уставами общества Иисуса, то есть ордена иезуитов. И когда мы вернулись в Ленинград, через какое-то время он мне вручил эти уставы, переведенные на русский язык. В октябре-ноябре того же года Никодим рукоположил автора воспоминаний во диакона и во священника. Главное таинство православной церкви – Евхаристия или литургия, во время которой происходит приложение хлеба и вина в тело и кровь Христовы, совершается на небольшом шелковом платье, в которое зашиты мощи мучеников. Он называется антиминс, и без него литургия невозможна». А митрополит Никодим в своей епархии заменил антиминсы Московской патриархии, вспоминает отец Михаил, новыми антиминсами, приведенными из Рима. На этих католических антиминсах
было написано в нижней части маленькими буквами «Стампату ди Рома». Чтобы не вызывать подозрений и недовольства экстраправославной части духовенства в своей епархии, митрополит Никодим поручил иеромонаху Амвросию Блинкову эту надпись замазать, и отец Амвросий авторучкой зачеркнул написанное «Стампату ди Рома» черными чернилами. Какие мощи были вложены в эти антиминсы, может быть, какого-нибудь кардинала, и были ли вообще вложены, остается только догадываться. Кстати, к слову сказать, в Нижегородской епархии в 2011 году одновременно на всех приходах, по благословению, кто там, митрополит Георгий, по-моему, произошла полная замена всех антиминсов. Причем у священников изымались не только ветхие, но и новые, и выдавались другие антиминсы, в которые не были вложены святые мощи мучеников вообще. А некоторые священников пытались оправдать такое отсутствие мощей тем, что, мол, в Греции мощи не вкладываются в антиминсы. Но они почему-то забыли упомянуть то, что в Греции мощи закладываются в престол, и потому антиминсы могут там не содержать святых мощей. Совершение таинства Евхаристии без наличия антиминса с мощами невозможно. Такая замена антиминсов совершилась по многим епархиям РПЦ уже к 2011 году. То есть, получается, сразу после воцарения «патриарха» в кавычках Кирилла Гундяева. Но не все в воспоминаниях отца Михаила Гаврилева о митрополите Никодиме так красиво и умилительно. Дело в том, что в конце концов урожденный католик из Западной Украины и романтический католик в образе митрополита РПЦ МП рассорились. И причиной их разлуки стал КГБ, который все годы полностью управлял легальной церковью. В жизни каждого семинариста тех лет наступал момент, когда его вызывали в военкомат, где вежливые сотрудники в штатском предлагали подписать бумагу о сотрудничестве и выбрать себе секретный псевдоним. Случаи отказов встречались, но они означали невозможность церковной карьеры и в лучшем случае служение на селе. Услышав заманчивое предложение, Михаил обещал подумать и пришел советоваться к Никодиму. А тот сказал: «Это хорошо, со временем ты найдешь в отношениях с ними нужный уровень. Веди себя с ними непринужденно и слишком не философствуй в разговорах. Самое главное, чтобы у них сложилось твердое убеждение, что ты хороший гражданин и патриот своего социалистического государства, и в то же самое время христианин, который исполняет свои обязанности. Смотри, не вздумывай их обманывать, в отношении с ними нужно быть честным». Исполняя послушание, отец Михаил продолжил контакты и даже избрал себе агентурный псевдоним. Правда, непринужденности, о которой говорил Никодим, достичь не удалось. Общение все никак не налаживалось. Хотя чекисты открывали перед молодым священником головокружительные перспективы. «Учите современные языки, особенно английский», — говорили они. «В будущем они вам пригодятся». В качестве пробного задания КГБ поручил новому агенту написать характеристику на своего однокурсника из Финляндии Петри Сарха, которую Михаил вместе с Петри и написал. Дальше задания нарастали, как снежный ком. Надо было сообщать компромат на своих товарищей все больше и больше. Когда совесть Михаила окончательно потеряла покой, он опять обратился за советом к Никодиму. «Через все это надо пройти, чтобы достичь большего», — ответил тот. Все-таки в конце 75-го года Гаврилев разорвал отношения с КГБ, так прямо и заявив своим кураторам, что не хочет быть стукачом. «Ты очень дурак и упрямый хохол», — так на это отреагировал Никодим, в общем-то не слишком любивший украинцев. Позже два католика в образе православных формально помирились, но прежней доверительности в отношениях уже не было. Прощальная беседа автора воспоминаний с митрополитом состоялась летом 77 года, перед возвращением Михаила в Украину и за год до смерти Никодима. Митрополит сказал, что заскорузлый византийско-русский обряд намного хуже современного латинского. Последний завет Никодима отцу Гаврилеву звучал так: «Держись своих католических убеждений и делай все возможное для развития католического дела не только на Украине, но и в России. Будь осторожен». Митрополит Никодим умер 5 сентября 1978 года во время аудиенции у новоизбранного папы римского Иоанна Павла I, получая отпущение грехов и благословение самого папы римского, и таким образом утверждая себя окончательно как католик. А до этого, 10 августа 1978 года, вопреки строжайшему запрету святых апостолов, он отслужил панихиду на гробе папы римского Павла VI. 12 августа, также вопреки канонам, он участвовал в его отпевании. В 1965 году митрополит Никодим повстречался с блаженной старицей Пелагеей Рязанской, которая ему прямо сказала:
сдохнешь, как собака у ног своего папы. Уже после смерти Ротова радио Ватикана объявило, что он был тайным католическим кардиналом. Кстати, Никодим сотрудничал с КГБ под оперативным псевдонимом Святослав. Взятый из частного определения комиссии Президиума Верховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств ГКЧП. И именно он вовлек РПЦ в еретический Всемирный Совет Церквей, который преподобный Иустин Попович назвал еретическим, гуманистическим и человекоугодническим собором, состоящим из 263 ересей, каждый из которых означает духовную смерть. Вот еще некоторые факты его католической биографии. В августе 1969 года глава русских католиков епископ Андрей Катков по приглашению митрополита Никодима прилетал в Москву. Во время посещения приходских православных церквей по благословению митрополита Никодима его встречали по архиерейскому чину, настоятели и молящиеся подходили под благословение, и некоторые московские владыки даже благоговейно лобызались с ним. Через месяц состоялось первое в истории официальное паломничество из русской церкви к святыням Рима. Митрополит Никодим Ротов вручил ордена святого Владимира первой степени кардиналам Ежену Тессерану, Янсу Вилибрансу, префекту Восточной конгрегации кардиналу Максимилиану была подарена Панагия, а ректору Полю Майе на перстный крест. Кульминацией паломничества стала торжественная божественная литургия, которую митрополит Никодим совершил в русском католическом храме святого Антония в сослужении протоиерея Бориса Глебова, иеромонаха Кирилла Гундяева, нынешнего патриарха, и некоторых священников. Ектении возглашал диакон Андрей Мазур, ставший патриаршим архидиаконом. Присутствующие католики приступили к причастию, предвкушая наступление евхаристического общения между Москвой и Римом. Уже в 1969 году заслугами митрополита Никодима, постановлением Священного Синода РПСМП, до таинств были допущены римские католики. Но вскоре это скандальное постановление отменили. Из книги архиепископа Василия Кривошеина «Воспоминания о митрополите Никодиме Ротове». В Риме митрополит Никодим стал широко, более или менее без разбора, причащать католиков за православной литургией. Об этом свидетельствуют рассказы множества очевидцев, хотя сам митрополит Никодим не раз пытался это отрицать. Но эта ложь только усугубляла соблазн. Свидетельство архиепископа Василия Кривошеина подтверждает и преподаватель ленинградских духовных школ архимандрит Августин Никитин. Посвященный митрополиту Никодиму статье, напечатанной в католическом журнале «Истинная жизнь», 2004 год, номер 2, архимандрит Августин пишет: «Католический священник Иосиф Павелонис каждый год по приглашению владыки присутствовал за пасхальным богослужением в алтаре Никола Богоявленского кафедрального собора и приглашался к причащению святых Христовых тайн». В том же католическом журнале приводились и другие свидетельства против канонической манипуляции святыми дарами ленинградским архипастырем. Митрополит Никодим допускал в 70-е годы отца иезуита Аранса во время его преподавательской деятельности в Ленинградской духовной академии причащаться по воскресеньям вместе с православными клириками. Сохранились англоязычные видеокадры, где Никодим Ротов причащается на еретическом сборище 4-й Ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Упсале, 1968 год. Кадры причащения происходят на фоне слов диктора о расширении сотрудничества между Всемирным Советом Церквей, католической, православной и протестантскими церквями. The 4th Assembly at Uppsala had as its theme, Behold, I make all things new. Participants heard reports of increasing cooperation between the WCC and the Catholic Church, between Orthodox and Protestants, among all the churches in ministries of diaconia, between Orthodox and Protestants, among all the churches in ministries of diaconia. Амвросий Блинков рассказывает, что вместе с митрополитом несколько раз служил мессу по латинскому чину. Более того, как утверждают некоторые, Никодим во время чина приготовления даров, так называемой прескомизии, представляющей первую часть литургии Евхаристии по византийскому чинопоследованию, тайно вспоминал имя Папы Римского, а также Верховного Настоятеля отцов иезуитов.
В этой связи представляется весьма правдоподобным сообщение, приведенное католическим изданием National Catholic Reporter со ссылкой на книгу следующую, согласно которому ленинградский митрополит Никодим имел инструкции от папы Павла VI о распространении католицизма в России и был тайным католическим епископом, скрывающимся под видом православного архиерея. Согласно сообщению Радио Ватикан, отец Шимон, католический, в журнале иезуитов «Чивильта католика» утверждает, что митрополит Никодим открыто поддерживал общество Иисуса, то есть иезуитов, со многими членами которого он имел самые дружеские связи. Так, испанский священник-иезуит Мигель Аранс в 70-е годы был приглашен митрополитом Никодимом для чтения лекций в Ленинградской духовной академии, став первым иезуитом, преподававшим в православном учебном заведении в Советском Союзе. Я благодарю Бога, что действительно, как сказал владыка Назарий, после жизни в очень благочестивой семье я поступил в семинарию и оказался среди людей, окружавших митрополита Никодима, и он какую-то проявил особую отеческую любовь ко мне. Достаточно рано избрал меня своим личным секретарем. Я вместе с ним работал, был свидетелем огромных трудов, которые он несет. И несу в себе то, что он в меня вложил. И поэтому в момент патриаршей интронизации, восходя на патриарший престол, я мысленно восходил на него вместе с владыкой Никодимом. Я никогда это никому не говорил, говорю вам первым. Проплаченный Запад, ненависть к русским в надежде расплаты. Верю, и мне победить. Покажи мне, где твоя вера, Русь, только вера жива, православная на. В его овечьей шкуре, что проповедуют ересь такую, истину с ложью соединить. Дружат с католиками, мусульманами, буддистами, инакославными. Мир, толерантность, любовь, безопасность. Покажи мне, где твоя. Вот на фоне, да, у нас вот отец Илий, да, у них это ну, на руках вот делают эти как это. Татуировки? Наколка, да? Нет, но там не... Татуировки? Ну, да нет, не татуировка, это... Но там ставится, как он, штрих-код, что ли, как да. Называется, да? У них у всех, и у него, с Егумен или у него, спроси, он тебе покажет. И ничего от этого не делает.
Сегодня еще одно важное событие. Мы осветили, открыли памятник преснопамятному святейшему патриарху Алексию II, которого Господь призвал к служению в трудное время. Это очень трудное время для церкви. Святейший патриарх ушел, оградив нашу церковь от этого трудного времени. В польском городе Ченстахова появилась гигантская статуя, претендующая на звание самого высокого в мире памятника Папе Римскому Иоанну Павлу II. Церемония открытия состоялась в субботу. Памятник первому папе-поляку возвышается над землей почти на 14 метров. До этого самый высокий памятник Иоанну Павлу II находился в Чили. Патриарх Московский всея Руси Кирилл сегодня в Арзамасе Нижегородской области. Там проходят торжества по случаю 150-летия со дня рождения патриарха Сергия. Праздничный день начался с божественной литургии в Воскресенском кафедральном соборе. Ну а после нее патриарх осветил памятник Сергию у стен Спасо-Преображенского мужского монастыря. Всего 3 месяца, как Папа Римский, а ему уже поставили памятник. Монумент установили в Аргентине на родине Франциска. Статуя находится рядом с Девой Марией Гваделупской, покровительницей Латинской Америки, у входа в кафедральный собор Буэнос-Айреса. В этом храме Хорхе Марио Берголио служил до того, как возглавил католическую церковь. И поэтому в момент патриаршей организации, восходя на патриарший престол, я мысленно восходил в него вместе с Владыкой Никодимом. И поэтому в момент патриаршей организации, восходя на патриарший престол, я мысленно восходил в него вместе с Владыкой Никодимом. В храме Воскресения в селе Красном, близ Переяславля-Залесского, Ярославской епархии 14 июля 1984 года скончался архимандрит Дмитрий Подлесных. В свое время он был вторым священником в Покровском храме города Переславля-Залесского, настоятелем которого являлся архимандрит Никодим, будущий митрополит Ленинградский и Ладожский. Отец Дмитрий рассказывал своим духовным чадам, что митрополит Никодим вызывал его в Ленинград и предлагал епископство. Однако он ставил условие, что когда придет время, все епископы, которых ставил на кафедру он сам, перейдут вместе с ним в католичество. Он просил архимандрита Дмитрия дать клятву, что он, если станет епископом, также примет католичество. Отец Дмитрий отказался от предложения владыки Никодима, сказал ему, что верен православной церкви и не может принять учение митрополита Никодима, что Царство Божие и коммунизм одно и то же. Другое свидетельство связано с кончиной владыки Никодима. В день кончины митрополита Никодима в 1978 году одному старцу, ныне здравствующему, было видение. Летит самолет, а за ним гроб. Голос произнес, что это митрополит Никодим полетел в Рим за своей смертью. Вскоре в келью к старцу, видевшему видение, пришел покойный владыка Никодим. Он был в одном сером подряснике, тяжело дышал и начал исповедоваться.
«С меня все снято Господом», — сказал почивший. «Никакие награды мне не помогли. Подрясник оставлен за то, что я искренне верил в правильность своих действий. Если бы Господь вновь дал мне жизнь, я прожил бы ее совсем иначе. Я никогда не исповедовался в постыдных грехах. Мне было неудобно, имея высший сан, каяться в грязных пороках. После меня осталось много учеников. Теперь они не получат высоких должностей. За меня некому молиться, ибо последователи мои только церковные деятели, но не молитвенники. Господь сказал мне, что тот, кто пойдет по моему пути и будет продолжать мое дело, будет взят от лица земли». И в заключение приведем здесь как пример еретическое воззрение митрополита Никодима из официального источника. Разъяснение митрополита РПЦМП Никодима Ротова о невозбранном допущении к святым таинствам старообрядцев и католиков. Значит, разъяснение председателя отдела внешнецерковных сношений Московского патриархата митрополита Никодима. В связи с запросами, поступающими от представителей прессы относительно решения Священного Синода Русской Православной Церкви от 16 декабря 1969 года о невозбранном допущении к святым таинствам старообрядцев и католиков в тех случаях, когда они обращаются с просьбой об этом к священнослужителям нашей церкви, считаю своим долгом сделать следующее разъяснение. Священный Синод, принимая это постановление, руководствовался практикой в жизни Русской Православной Церкви в СССР, когда члены Старообрядческой Церкви, имеющие трехстепенную иерархию, а также члены Римско-католической Церкви, в случае болезни или по иной причине, обращаются к священнослужителям Русской Православной Церкви с просьбой о духовном утешении и за совершением святых таинств. Это может быть в тех случаях, когда последователи старообрядческого и католического исповеданий не имеют возможности обратиться к священнослужителям своей церквей. В таких случаях духовенство Русской Православной Церкви надлежит проявлять пастырскую заботу и преподавать нуждающимся духовное утешение и святые таинства. При этом следует иметь в виду, что Православная и Римско-католическая Церковь имеют одинаковое учение о святых таинствах и взаимно признают действенность этих таинств, совершаемых в них. Вот это вот наглая ложь, да, которая не согласуется со святыми отцами. Упоминаемое решение Священного Синода, как мы надеемся, будет иметь значение и окажет доброе влияние на укрепление братских отношений Русской Православной Церкви с Церковью Римско-католической и старообрядчеством, и таким образом облегчить следование по пути к вожделенному вероисповедному единству, заповеданному Христом Спасителем всем, кто исповедует Его Всесвятое Имя. Источник. Журнал Московской Патриархии, 1970 год, номер 5, страница 25. Заметьте, здесь идет речь о причащении, о допущении таинств нераскаянных еретиков и раскольников, то есть нераскаянные еретики и раскольники-католики и точно такие же старообрядцы. Это решение было продвинуто Священному Синоду этим митрополитом Никодимом Ротовым на Поместном Соборе. Значит, оно было утверждено, по-моему, да, 1971 года. Кстати, на этом же Поместном Соборе присутствовал и кардинал Римско-католической церкви. На третьем заседании с докладом об экуменической деятельности Русской Православной Церкви выступил высокопреосвященнейший митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Обращаясь к высоким гостям и членам собора, митрополит Никодим сказал: «Отношение православных русских людей к христианам других церквей определялись издревле характерными чертами русского народа. Глубокой и самоотверженной любовью к Отечеству, врожденным стремлением к постижению высшей духовной правды, способностью сочетать чувство собственного достоинства с готовностью признавать и исправлять допущенные ошибки, умением учиться у других народов, избегая при этом рабского подражания и унизительного тщеславия, и делиться с ними собственным опытом. В свою очередь и область икумены, то есть межхристианского братства и сотрудничества, не может стоять в стороне от самой актуальной проблемы современности – сохранения и укрепления мира на земле. Представители нашей церкви при всех икуменических контактах стремятся к объединению и миротворческих усилий христиан различных конфессий.
Докладчик сделал обзор отношений русской церкви с древними восточными нехалкидонскими церквами, отметил братские контакты с римско-католической церковью, со многими христианскими исповеданиями и межцерковными организациями. При всех такого рода встречах и контактах нас радует неизменно возникающая атмосфера взаимной благожелательности, открытости, уважения друг к другу. И неудивительно, что во многих случаях такая братская атмосфера приводит к желанию тесного взаимного сотрудничества в области экуменических отношений или в сфере миротворческой деятельности, которая не остается бесплодным, но находит в себе повседневное, многостороннее воплощение в жизни нашей церкви. Далее митрополит Никодим представил собору вопрос об отмене клятв на старые русские обряды. Соборы 17 века наложили клятву на тех, кто отвергал церковные реформы патриарха Никона. Митрополит Никодим призвал Помешанный собор, как имеющий полномочия и власть, рассмотреть и окончательно в положительном смысле разрешить вопрос об упразднении клятв на старые обряды и тех, кто придерживается их. Считая своим священным долгом дело защиты мира на земле, русская церковь и в деяниях своего собора отвела видное место этому служению. Поместный собор приветствовали почетные гости. Блаженнейший папа и патриарх Александрийский Николай VI. Кардинал Иоанн Вилле Брандт. Вице-президент христианской мирной конференции пастор Ричард Андреа Манджата. Председатель Всеафриканской конференции церквей господин Самуэль Амисах. Представитель Малабарской церкви митрополит Анкималийский Филиппос Мар Теофилос. Пастор Юджин Карсон Блейк. Генеральный секретарь конференции европейских церквей Глен Вильямс. От высшего старообрядческого совета в Литовской ССР Егоров. В послании председателю Совета министров СССР Косыгину члены собора выразили благодарность за все то, что делает правительство СССР для процветания Отечества и утверждения мира между народами. Поэтому те, кто сейчас вот говорит о том, что были сняты клятвы со старообрядцев, так пускай они тогда вслед за этим и говорят, что из католиков были сняты клятвы, и что им тоже можно, значит, с ними соединяться в молитвах, и креститься уже не только двумя перстами, но еще и всей ладонью, как католикам, например, да? Вот. Кстати, митрополит Никодим Ротов был вот таким вот любвеобильным по отношению к старообрядцам тоже. У него было специальное старообрядческое облачение, а он очень любил надевать на себя митрополитическую старообрядческую меховую шапку. Я читал об этом.
Вот, поэтому всем вот таким вот ревнителям, а если уж не католиков, а старообрядцев, следует задуматься о том, откуда идет вот это вот снятие так называемых клятв, вот, и отмена этих клятв. Откуда, как говорит Кирилл Гундяев, ноги растут. Читаем дальше. А дальше я вставил, кстати, то, что вот сейчас мы послушали, да, учение Никодима Рота о том, что у католиков и православных одинаковые таинства, они признают действительность таинства там и там. Да, вот я специально взял выдержку из тезки, так сказать, Никодима Ротова, только тезки по имени, да, но никак не по духу, преподобного Никодима Святогорца. Вот. Статья называлась «Папство и отсутствует божественная благодать, ибо латиняне все некрещенные». Давайте зачитаем, что думал преподобный Никодим Святогорец по поводу благодати в католицизме. Вот. Все это очень своевременно и очень нужно знать всем. Значит, Никодим Святогорец писал: «Латиняне – это очень древние еретики, и прежде всего они некрещенные. Они стали мирянами, поскольку отпали от православной церкви, по этой причине они более не имеют благодати Святаго Духа, который православные священники совершают таинство. Если же кто из латинян или латиномудрствующих восхотел представить троекратное призвание Святаго Духа, не должен этого делать, как забывший, утративший». Вернее, как то есть поздно, несвоевременно и бездейственно эти божественные имена произносимы устами еретиков. Итак, латинское крещение, как крещение еретиков, не может быть действительным по причине отсутствия совершительной благодати. В крещении трехкратное погружение и вынимание необходимы, поскольку в крещении ими изображается трехдневная смерть, гроб и воскресение Спасителя. Следовательно, латинское кропление, по сути, лишено погружения и вынимания из воды. Следовательно, лишено и образа трехдневной смерти, и гроба, и воскресения Господа. Если же так, то очевидно, по сути, и мы исповедуем, что такое крещение лишено всякой благодати и освящения оставления грехов. Если же латиняне сопротивляются, говоря, что их кропление посредством призывания Святой Троицы содержит освящение и благодать, то давайте вспомним, что крещение не совершается только призыванием Троицы, но имеет необходимость в образе смерти, гроба и воскресения Христа. Следовательно, крещаемого спасет не только вера в Троицу, но вместе с тем существует необходимость в вере и в смерть Мессии, а также посредством этих двух во спасение и блаженство совершается. И весьма строгая позиция святого Никодима Святогорца. То, что латиняне являются еретиками, нет нужды в каком-то доказательстве. Такое сильное наше отвращение, которое мы испытываем к ним на протяжении стольких веков, является явным доказательством того, что мы как еретикам к ним испытываем отвращение, то есть как к арианам или духоборцам. Еще вопрос. Если же, как сказано, кроме единой святой соборной и апостольской церкви, каковою называется и есть церковь православная, так сомнительно спасение других вероисповеданий, то почему же в России не проповедуется открыто истина сия? На это ответ очень простой и ясный. В России допущена веротерпимость, и иноверцы наравне с православными занимают у нас важные должности. Начальники учебных заведений, по большей части иноверцы. Начальники губерний и уездных городов часто бывают иноверцы. Полковые и батальонные командиры нередко иноверцы. Где ни начни духовное лицо открыто проповедовать, что вне православной церкви нет спасения, сыновитые иноверцы оскорбятся. От такого положения русское православное духовенство и получило как бы навык и укоренившиеся свойства говорить об этом предмете уклончиво. А может быть, некоторые по той же причине и от всегдашнего обращения с иноверцами, а более от чтения их сочинений, стали и думать снисходительнее в отношении надежды спасения и прочих вероисповеданий. Как только вы скажете человеку, что он еретик, вы закрываете всякую возможность общения с ним. Он перестает вас слышать, и он становится вашим врагом. И мы, призванные нести свет,
Божий по всему миру. Мы замыкаемся в своей среде. Мы образуем гетто. И что же Господь спросит с нас? Он скажет: вы хорошо себя вели, спасаясь в своих общинах. Вы не вступали в этот диалог с миром. Вы не боролись за каждую человеческую душу. Друзья, вам песню я спою. Как Бог отстал от твоей стаи, тогда в смертельном бою. Мы положительно оцениваем тот факт, что Папа Франциск неоднократно выражал свои симпатии в адрес нашей церкви, и в том числе во время встреч с митрополитом Иларионом. И действительно, эти встречи свидетельствуют о том, что в позициях сегодня епископа Римского и патриарха Московского есть много общего. Я думаю, что никогда у двух церквей, наших церквей, не было столько важных причин к тому, чтобы работать вместе, как сегодня. И в той минутой мы напали, но Бог не сдавался. Он голоден, он был и очень слаб. И духом Бог тот не упал. Он шел, чтобы носить. И духом Бог тот не упал. Мы готовы и дальше работать вместе с Римо-католической церковью и ее представителями для того, чтобы сделать совместными усилиями все, что мы можем сделать, чтобы прекратились страдания и чтобы люди вернулись к мирной жизни. Ну, то есть, Владыка, получается, что взаимное признание Евхаристии все-таки делает этот раскол врачуемым. У нас фактически существует взаимное признание таинств. У нас нет общения в таинствах, но мы признаем таинство. Потому что, например, если католический священник обратится в православие, мы его принимаем как священника. Мы не рукополагаем его заново. А это значит, что де-факто мы признаем таинство католической церкви. Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане. Каждый обращается к одному и тому же Богу, Творцу. И вот в ответ на это мы получаем реальную Божью помощь. Да, так на этой неделе в нелепую ситуацию попал обычный волк. Серый хищник не ожидал, что встреча с овцой и двумя ягнятами обернется для него несмываемым позором. Азербайджан, лесная дорога, мирно пасутся овцы. Перед волком, явно измученным голодом, наконец забрежила перспектива набить брюхо сочным мясом. Но тут смелая овца бесстрашно бросается на обидчика. Ее детеныши, вдохновленные материнским примером, тоже переходят в атаку. Ошарашенный волк еще пару раз пытается изменить ход событий в свою пользу, но безуспешно. Безумству храбрых спета еще одна песня. Если бы не искали общего языка с язычниками, как искал апостол Павел в Коринфе, в Афинах, когда он
выступал перед мудрецами афинскими и сказал, что видел у вас жертвенник единому Богу. Так вот, Богу, которому вы поставили жертвенник, вот этого Бога я проповедую, он даже признал присутствие истины среди язычников, чтобы начать диалог. Боже мой, что вы сказали про апостола Павла, наши ревнители? Спешу поделиться с вами важной информацией. Мне позвонила знакомая и сообщила о тайном приезде Папы Римского в Москву в 2017 году. Сейчас я опубликую стенограмму моего телефонного разговора с ней. В целях обеспечения ее безопасности имя ее не называю. Вот ее рассказ. Это было в начале декабря 2017 года. После архиерейского собора. Мой знакомый является переводчиком у Кирилла. Он был с ним в Гаване в 2016 году. Зная об архиерейском соборе, я позвонила своему другу, чтобы узнать его решение. И он мне говорит: «Что решили? Все согласны?» Я спрашиваю: «А с чем согласны?» «Все за». «За что все за?» «За соединение». «За какое соединение?» «С католиками». Я стал спрашивать: «А можно поподробнее?» И он мне сказал, что после собора прилетал папа со своей свитой. СМИ это не афишировалось. Папа Римский был 4 часа с патриархом и митрополитами. У них была совместная молитва. Потом был фуршет, и все подписались за соединение и совместную молитву. Мой друг переводил эти документы, сидел рядом и все видел. Он же мне и сказал, что и в Гаване все было подписано за соединение, а это было подписано на уровне митрополии и всех епископов. Первым подписался митрополит Брянский Александр Агриков, потом Илларион Алфеев, потом Пантелеймон какой-то, а потом далее по кругу все остальные. После всего этого папа тайно уехал, и никто ничего не сказал. Эта информация подтверждается следующим случаем. Я была на православной выставке в Москве, искала книгу и подошла к представителю издательства «Благословение». Я спросила: «А вы знаете, что подписались за соединение с католиками, что приезжал Папа Римский?» А мне женщина ответила: «Я знаю, что он был. Моя дочка работает в патриархии. Она говорит, что удивились все в патриархии, что приезжал папа, а СМИ это никак не оповестили». Мало того, еще хочу сказать. Я спрашивала про патриарха, это не любопытство, просто слухи ходили, что он, в общем, нетрадиционной ориентации. А мне переводчик сказал: «Да ты что, у него женщина есть». Ну и прямо отвечая на ваш вопрос, а нужно ли нам какие-то нравственные ценности откуда-то заимствовать? Ну вы знаете, что не всякое заимствование плохо. Вы возьмите наш Смоленский кафедральный собор. Вот это пример того, как надо заимствовать. В нем два стиля. Древний русский стиль с точки зрения композиции собора и барокко, западный стиль, который господствовал в Западной Европе в то время, когда строился наш собор. И вот все внутреннее убранство собора, весь декор, это западный стиль, барокко, но включенный в конструкцию древнерусской церковной архитектуры. И произошло не искусственное наложение, не такая механическая эклектика, которая саморазрушительна, да, а творческое взаимодействие. Что такое уния? Уния – это православный обряд и католическое вероучение.
Специально была такая конструкция создана для того, чтобы привлекать православных к католичеству. Потому что так православный не пойдет в католическую церковь. А если он, видимо, никаких различий не ощущает, он идет туда, идет в православную церковь, оказывается в католической. Понимаете, вот специально была создана такая система, чтобы осуществлять такую экспансию. И уклоняться от диалога, особенно с католической церковью, сейчас было бы совершенно неправильно. Потому что, в конце концов, если говорить вот в рамках вот нашей сегодняшней дискуссии, мы же отстаиваем одни и те же евангельские ценности в общественной и в личной жизни. Все собрались. Вроде все. Сказал Пегги Волк, задвигая засов на воротах овчарни. Ну что ж, кворум есть, сказал вожак и облизнулся присутствующим. Дорогие волки и овцы, товарищи, давайте наконец поговорим откровенно. Как говорится, положа лапу на сердце. Надо ж признать, что долгие годы осуществлялась неверная практика. Говорили, что, мол, волки сыты, и овцы целы. Но было ли так на самом деле? Нет. Овец драли у всех на глазах. У всех на глазах. И при этом, ни одна овца не нашла в себе мужества. Честно сказать, доколе. Увы, молчали все. Вы правы. Уважайте собрание. Вы правы. Во время еды разговаривать нехорошо, но это когда ешь ты. А когда едят тебя, высказываться можно и нужно. Я думаю, что выражу общее мнение. Если скажу, что не могут быть волки сыты, пока овцы целы. Это же очковтирательство. Это очковтирательство, извините за прямоту. Ну что притихли, уважаемые овечки? Вам нечего сказать, почему волки молчат? Учите, пока не решим все наболевшие проблемы. Никто же отсюда живым не уйдет, поэтому я прошу, давайте активнее. Старый баран заблеял. «Можно мне?» «Пожалуйста», — сказал вожак, поприветствуем товарища. «Я думаю, вам одну минуту хватит. Только говорить на чистоту. Критикуйте, невзирая на лица, я отвернусь, чтобы вас не смущать, а вы врежьте правдой по ушам. Смелее!» «Товарищи!» — заблеял старый баран. «Как только что правильно заметил уважаемый волк, сейчас не те времена. Наконец пришло время посмотреть правде не куда-нибудь, а в конкретное место. Сколько можно есть друг друга? О каком увеличении поголовья может идти речь, когда рождаемость от них осуществляется за счет загрызаемости других?» «Вот», — сказал вожак, — «отлично сказано. Просто отлично сказано.
А почему раньше вы не мычали, не делились? Старый баран вздохнул и ответил: так раньше нас ели молча, не предлагая высказываться. Слава Богу, это все в прошлом. Это все в прошлом, теперь все будет иначе. Так, что ты? Подождите. Что там за крик? Кто-то сказал, овцу забрали. Как опять? Сколько? Давайте считать. Впрочем, я сам посчитаю. Раз и все. То есть задрали одну овцу в целом. Теперь скажите, кто задрал? Я же спрашиваю, кто посмел задрать овцу во время собрания? Волк с одним глазом сказал: ну я задрал. Нечаянно, на первый начала, я защищался. Вожак одобрительно кивнул головой. Вы слышали? Вы же все слышали. Волк, волк, нашел в себе мужество, честно сказать. Это сделал я. Вот вам пример самокритики. Вот же пример. Вы поняли, овцы, как надо себя вести? Значит, если кто-либо из вас кого-то нечаянно зарыл или задрал, не надо замалчивать. Не надо, ты выйди и честно скажи. И вы увидите, вам сразу станет легче. Одноглазый, тебе же стало легче? Одноглазый волк икнул и ответил: намного. Поймите вы, продолжал вожак, что только так. Только так, называя вещи своими именами, мы бок о бок пойдем вперед. Мы пойдем вперед, при этом честно глядя друг другу в глаза, договорились. Сейчас сделаем перерыв. Желающие смогут перекусить прямо здесь. После перерыва обсудим положение с бараниной. Я думаю, она поделится своими соображениями. Thank you.
Здорово, бандиты. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. Да? Да.